сейчас грузится. Вот, это что я уже построила, можно увеличить. Так, нам надо вагончик взять, чтобы насыпали камушки нам. О, если знак такой, означает, что-то трапилось, что-то надо починить. А ну, ищем. Ага, мост сломался, надо будет сейчас поменять мост. И зачем оно сюда пока? Не, подожди. Сейчас опять развернемся. Не, нам надо сюда. А, я вам сейчас покажу, какие у меня паровозики. Вот, есть тут разные паровозики. Я знаю только Брюстер, Коко и Вилсон. Вот, у меня только этот и Брюстер. Я не всех знаю, как звать. Так, крутить надо в эту сторону. Сейчас поменяет, и мы будем в другую сторону крутить. Вот что выполнено. Это что-то так ставится, я не знаю. Но когда я на вот тут захожу, тут надо решить приклад. Тут по-английскому написана цифра, и тут их надо решить. На хрестик нажимаем. Так, мост мы починили. О, у нас Брюстер очень грязный. Так, мы починим там мост. Надо Брюстера помыть. Ой, а тут по дороге лужа еще. Все, впылесосим ее. И дорогу очистим. Вымоемся. Вот и Брюстер у нас чистый. О, что-то опять. Сейчас посмотрим. Мост нормально. Интересно, что такое? А, вот камни. Так, надо Брюстеру развернуться. Сейчас багажник. Приходится опять через мойку ехать. Но объезжать это очень долго. Сейчас будет собирать. Когда горится зеленый, можно уже бросать. А когда белый, еще нельзя отпускать руку. Ой, видите? Когда задание все сделано, оно что-то появляется. А так оно очень хорошо. А если не это? Вот, тут не только можно приближать, уменьшать. Тут можно делать день на ночь и ночь на день. Вот тут вот такой значок есть. Так, тут вот этот знак развертается туда-сюда. Тут такие вагончики есть. А это, что вот у нас вагончик один стоит. Вот. Чтобы его убрать, надо сюда нажать. Но он у вас еще останется. Так. Теперь сейчас обратно. Тут у нас одно задание. Камни вон загородили дорогу. Ой, я ж не заметила, что у нас Брюстер загрязнился. Ну ничего, сейчас сходим на помойку. Опять это. Едем, едем. Так. А, мост сломался. Если вы знаете английский, то вы можете понять, что этот дядя говорит в этой игре. Что
Что-то оно так предлагает, но если что-то нажать, там надо написать, как там цифры по-английскому написано, и там будут вам предлагать купить его за деньги, которые у вас на телефоне. Если мы нажимаем крестик, нам надо. Ну, тут еще есть театр вон. Такое цветочки. Это, я не знаю, что за магазинчик какой-то, наверное. Ой. А, я сразу пометила. Вот лужа там. Так, это лужа. Это вагончик мы убираем, чтобы было виднее. И сейчас нам надо просто ехать прямо. А чтобы нам повернуть туда, нам надо нажать на эту рычажок. И мы... Вот наша лужа. Сейчас будет ему ее... Тут может и быть голубая лужа лежать. Ну вот, как играть в эту игру. Там вы одно задание сделали, вы даже моргнуть не успеете, а оно уже и второе задание делает. Ну, вот такая замечательная игра у меня есть. Всем пока!